Здравствуйте, мои дорогие любители украшений, все, кто меня смотрит. Сегодня у нас обзор фурнитуры, и я вас хочу познакомить с магазином, который называется «Клеверочка». Этот магазин находится на ярмарке мастеров, и я часто покупаю в этом магазине, поэтому могу всем рекомендовать и советовать этого продавца Людмилу и ее магазин как самый лучший, как один из самых лучших. Давайте посмотрим с вами, какую фурнитуру я купила. Я купила разные керамические бусинки. Они очень хорошенькие, симпатичные. Сейчас в это время, когда я не могу выйти из дома и посетить разные магазины, то этот магазин и Людмила меня очень выручили. Итак, какие бусинки керамические я купила? Ну, во-первых, витые, вот такие бусинки двух цветов. Синенькие и вот здесь вот зеленые. Купила другой формы, вот такой вот формы, зеленые бусины. И двух размеров таблеточки. Синие таблеточки двух размеров, поменьше и побольше. Также я купила двух размеров бусинки, вот такие коричнево-оранжевые. Вот, наверное, это 6 миллиметров, это, наверное, 1. Сейчас я скажу вам точно, зачем я буду придумывать, когда у меня все осталось в описании. Это 10 миллиметров. Бусинка, это 8 миллиметров, бусинка, вот это 10 миллиметров, а это уже больше, 14 миллиметров. Я купила очень красивый срез агата. Агаты есть задумка. Вот такой, похож на остров Баунти. Агат. И два агата зелененькие. Вот такие подвесочки. Ну, не знаю, из всех агатов в интернете эти были самые недорогие. 100 с чем-то рублей. Вот такие зеленые. Дальше. Вот такие шапочки глубокие. На бусину овальной формы. Или, ну, может быть, такую кисточку овальную. Вот такая подвеска в виде листа. Но мне напомнила что-то морское. Посмотрите, какие красивые вот эти резные два элемента коннекторы. Все очень качественное. Все отлично выполнено. Дальше. Из подвесок еще купила вот такой листик. Вот, посмотрите, листик. Коннектор с двумя отверстиями, а с двумя петельками. Очень качественный. Выполнен хорошо. Вот я сейчас все показываю, но, возможно, вы мне скажете, что вот эту фурнитуру можно купить на AliExpress. Ну, с AliExpress мне долго ждать, а у меня заказы ждут меня, поэтому, которые надо сразу отправлять побыстрее. Поэтому вот я пользуюсь магазинами на ярмарке мастеров. Дальше. Вот смотрите, какие красивые веточки. Тоже хорошего такого качества. И двух видов у меня веточки. Из морской тематики купила вот такую красивую звездочку. Смотрите, с какими закрученными вот здесь щупальцами. И вот таких дельфинов. Это для Ларисы. Причем, по-моему, она мне дельфинов положила в подарок. Я, по-моему, два только заказывала. А у меня вон сколько дельфинов.
Дальше. Очень хорошие купила такие, я не знаю, как их назвать, замочки, да, но я их купила для того, чтобы прицеплять на них съемные кулоны. Так как мои заказчицы любят съемные кулоны, я поняла, то мне нужно, вот потребность у меня возникла вот в таких замках, которые буду использовать как подвес для кулона. Я купила двух размеров и двух цветов. Значит, у меня, ну, не буду доставать, понятно, да, бронза и серебро. Крупные. И такие же точно, только маленькие. Сейчас я вам их покажу. А маленькие были только в серебре. Это я не вижу бронзу. Вот. И в серебре маленькие. Вот такие поменьше. Дальше. Ну, такие вещи, как лобстеры, я не буду показывать, это понятно. Такие детальки, которые везде можно купить, покажу только что необычные. Вот необычные, очень приятные, на мой взгляд, вот такие колечки. Коннекторы. Очень симпатичные. Также мне показались симпатичные, недорогие вот такие концевики для вклейки кисточки. Дальше мне показался вот этот кулончик. Вот эта подвеска симпатичная. К ней можно вот здесь привесить много всего, бусинки. Мне понравилась вот такая бусинка. Она плоская, как таблеточка. Еще я купила в этом магазине застежки «Лебедь» двух цветов. Это медь, под медь и под бронзу. Много разных замочков и колечек к ним разных цветов. И под золото, и под серебро, и бронза, и медь, чтобы быть полным во всеоружии. Вот это все колечки. И разъемные, и запаянные. Обжимные бусинки. Купила пины разных цветов. И в разном исполнении. С шишечкой и гвоздиком. Вот эти бусины, вот эти концевики купила. Я их использовала уже в украшении с гранатом. Мне понравились вот эти колечки. Для сутуаров. И вот такие концевики. И осталось вот из интересного. Сейчас вам покажу. Во-первых, вот такие элементы для трехрядных бус. И вот это гематит. Он продавался по 30 штучек. Вот. Такой недешевый. Кубической формы. Просто не видела гематита кубической формы раньше. Сейчас я вам покажу. Один цвет. Ну, остальные цвета это под золото, под серебро, под медь и под бронзу. Вот они такие маленькие кубики, видите? С такими сглаженными краями. Хочу вам показать вот эту покупку свою. Очень крупный кулон. Такой king size. Называются такие украшения крупные. Я на него долго смотрела. И не решалась купить. Это из магазина «Голубой кот», «Blue Cat», турецкая фурнитура. Это серебро, серебряная подвеска. Изображает она двух рыб. Я по знаку зодиака рыбы. И ну вот, не сдержалась и купила эту подвеску. И в другом магазине, я не помню уже в каком, я в нем один раз покупала только. Ну, сейчас я вам скажу. Я купила вот такие тибетские серебряные бусины с кораллом окаменевшим для вот этого украшения. Хочу сделать такое массивное
этническое украшение. А на этом я закончила этот выпуск обзора фурнитуры. Желаю вам творческих успехов прежде всего, ну и всего самого доброго и наилучшего. До свидания.